Лебеди в Чувашии уже не редкость, но на этот раз впервые с 1919 года у нас загнездились лебеди-кликуны. Они занесены в Красную книгу республики. С августа за птицами наблюдает госохотрыбслужба. За интереснейшими и красивыми птицами отправилась и наша съемочная группа. Голос кликунов звучит подобно звонкой трубе. Такой редкий вид лебедей прилетел в мае на территорию Заволжья. Их обнаружили месяц назад дети, отдыхавшие в лагере. Сейчас у пары лебедей уже 3 птенца. Птицы ведут себя очень осторожно и боязливо. Почти 100 лет они у нас не гнездились. И только вот в этом году, в 2014 году, они у нас загнездились на одном из водоемов, который включен в особо охраняемую природную территорию. Последний раз факт встречи гнездящихся лебедей и кликунов был отмечен в 1919 году на озере Черное в Алаторском районе. По мнению специалистов, ареал гнездования лебедя-кликуна перемещается в южном направлении. Большие стаи этих водоплавающих встречаются на Каспийском море. На территории Чувашии лебеди останутся до наступления холодов. Анастасия Лангина, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика.